Ребята, всем привет, с вами я, Вика, и сегодня я буду вызывать духа индейца Чарли Чарли Челлендж. Я уже пробовала, но для вас попробую еще раз, и мы точно с вами узнаем, что это все монтаж, и никакого духа индейца на самом деле нет. Чтобы вызвать индейца, вы должны взять лист бумаги, написать вот все, что здесь у меня написано, и положить любые карандаши или фломастеры. Я положила карандаши для глаз, думаю, не суть. Что ж, я буду спрашивать и по-английски, и по-русски. Давайте возьмем сначала по-английски. Чарли, Чарли, I hear... Еще раз. Чарли, Чарли, I hear... Чарли, Чарли, здесь ли ты? Чарли, Чарли, I hear... Чарли, I hear... Чарли, Чарли... Здесь ли ты? Ребята, я спросила по нескольку раз, на разных языках двух, и никто так ничего не повернул. То есть мы делаем вывод, что никакого духа нет, и все, что есть на Ютубе, это полный монтаж, и полное, в общем, в принципе, это было все видео. Ставь палец вверх, если ты тоже считаешь, что никакого духа нету. Пиши коммент вообще, пробовал ли ты, попробуешь. И подписывайся на мой канал. Пока-пока.